36-летний Дмитрий Шепелев удивился тому, как быстро взрослеют современные дети. По словам телеведущего, его 6-летний сын мечтает об электрогитаре. Шепелев после смерти гражданской жены, певицы Жанны Фриске, сам воспитывает их сына Платона. Ведущий шоу на самом деле не показывает мальчика, но рассказывает о том, как тот взрослеет, делится забавными историями и отцовским опытом. Дмитрий заявил, что современные дети взрослеют гораздо быстрее, чем его поколение. По словам Шепелева, когда ему было 6 лет, он ходил в детский сад, где его постоянно тошнило от манной каши и чая с молоком. «Я ходил в позорных колготках. Они сползали с ноги и нелепо волочились по полу. Мой музыкальный максимум – пластинка с песнями из кинофильма «Жестокий романс». «Мохнатый шмель» – это 1990 год», – рассказал телеведущий в Инстаграм. 6-летний Платон кардинально отличается от своего отца в том же возрасте. Мальчик является фанатом Курта Кобейна, лидера американской группы Нирвана. Певец умер в 1994 году. Платон даже попросил у отца разрешения покрасить волосы в белый цвет, как у Курта. «Мой сын слушает Нирвану и просит на Новый год электрогитару. Реально наши дети взрослеют быстрее, чем мы. Мохнатый шмель Smells Like Teen Spirit, чувствуете разницу? Кстати, я разрешил сыну покрасить волосы», — заверил звездный ведущий Первого канала. Недавно Шепелев впервые опубликовал фото с новой возлюбленной. Его избранницей стала 36-летняя Екатерина Тулупова. Дмитрий признался, что с блондинкой его познакомил сын. В начале ноября пара отдохнула в США.